мои проснулись и ускакали в кофейню кофе пить. Вот смотрите, как быстро дали веточки новые, вот этот желтый куст мой. О, ну как я вот эту не срезала. Непорядок. Вот она, прелесть прелестная. Вон, смотрите, богомол сидит маленький на розочке. Постоянно чем-то болеют. Какие-то кусты не очень, какие-то болеют. Инжир вон растет. Марина все переживала. Жалко ей был инжир. Никуда не делся. Так, ну вот эти вот. Вон какие. Тоже еще много цвести будут. И эти тоже. Эти тоже обрезать уже надо. Ой, господи. Только ходи да обрезай. А эта красота ждет посадки. Ой, мне что нравится, что они не колючие. И вот этот еще рододендром тоже. Ну, для него уже он там ямка выкапывается. Это один единственный подсолнушек, который выкарабкался, выжил. Его не сожрали. Он уже там. Скоро будет цветок. Вот сколько я их сажаю каждый год? В основном по 4 пакета. И так сажаю семечки, вот какие у меня есть, не жареные. А вырастает, дай бог, несколько штук. А в этом году вообще один. Розмаринчик растет. Потихонечку. И канны растут. Не все они вот взошли в этот раз. Но зато взошли уже по 2 ствола. Таня вчера один такой выкопала. Надо и этот выкопать. Ну их нахрен колючий. Лучше приличный куст посадить. Вон она. Вон она моя красота. А потом буду голову ломать, что с ними делать. Ну, сколько цветов. А вот это вот, я не знаю, как оно называется. Ой, девочки, как я с ними боролась. Боже ты мой. Ой, мать. Они росли везде. Везде, выше меня ростом. Такие стволы толстые, что их и не срежешь, никак пилить приходилось. Господи. Вот один остался. Зацветает красота. Это тоже еще сажать надо. И вон горшочки сажать надо. Ну, это вот почвопокровные. И это сажать надо. И вот эти вот сажать надо. И лавровый лист еще где-то. Господи. А вот это, девочки, это табак, который тоже еще надо сажать. Ну, он, конечно, наверное, уже не, как говорится, не вырастет, но это вот единственное, что выжило. Я их пересадила в горшки, чтобы не съели. Ну, сейчас мои уедут, я их посажу, посмотрим, вырастут они, не вырастут. Ну, осень-то теплая, может, и вырастут большие. А эти в Мурманск поедут. Черные и зеленые. Вот,
Вот они вернулись. Уже конфету съел. Так, что еще хотел показать? Вот она, лаврушечка, которую тоже сажать надо. Помидоры. Вот они. Вот они. Вот зацветут скоро. Огурчики маленькие. Их так приличненько. О, а фиалки, видите, как вымахали. Пришлось вчера их обрезать. Розам уже и свету нету. Вон они. Маленькие мои. Вот, пообрезала стволы лишние у сливы. Пусть растет. Оставила 3 ствола. Ну, 3 ветки. И да, девочки, все. Отцвел кактус. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ну, ничего не поделаешь. До следующего лета. Вот Танюшка посадила уже, прям вот как сразу, хоп, и пошли молоденькие. Туни вот эти не цвели, не цвели. Я с ними так и эдак, так и эдак. Не цветут и все. Вот переставила в другое место, где вот утреннее солнышко, вечернее достает. А днем как-то, ну, тенечек более-менее тут. Зацвели. Ну вот, что вот поделаешь с ними. Есть места, где они не хотят. А это дурман. Тоже один остался. Тоже вывела я их. Господи, сколько их было. По дорожкам не пройти, потому что здесь, вот видите, вот такое расстояние. И вот этот дурман, он весь вот так вот. С одной стороны вот эти фиалки. Тоже с ними надо разбираться. Это же, вы же видите, что творится. Оно же просто вот. Ну, один есть. Его бы куда-нибудь посадить, где место ненужное. А у меня и так-то места мало. Все зацементировано. Вот, вот будет цветочек. Вот кто не видел, я покажу потом. Вот и опять эти зеленые богомолы. Ой, их прям миллион. Да это ладно, сейчас они вот такие маленькие. А к концу лета-то они какие будут? Лошади. Ой, как они бабочек едят. В прошлом году Сережа с Мариной, Саша тут были с Наташей. Так мужики ловили бабочек и скармливали ему. Господи, это такой хищник, как он эту бабочку. О, с хрустом прям. Ой. Окажется, ну что такое зелененький. Вот это место под вишней, которое освободилось. Вот Таня все позакрывала. И на следующий год будет тут чего-то делать, опять сажать чего-то. А может, приедут осенью и продолжатся работы. Ну, это видно будет по обстоятельствам. Сейчас такая жизнь, что загадывать невозможно. Вот это вот большая ленкоранская акация называется, кто не знает, которая цветет таким розовым, розово-фиолетовыми цветами. Ну ладно, я вам все показала, а теперь пошла видео выкладывать. Начался день, началась работа.